В общем, рассказываю. Скутер был куплен за 8 тысяч и еще почти 10 тысяч сверху. И не видно, что в эти 10 тысяч входило даже. Ну что здесь было взято? Главный тормозной цилиндр на задний тормоз. Потом и чехол на сиденье новый. Стартер, генератор. Так по мелочевке, метизов куча. Новый кикстартер. По пластику, как видите, в печальном состоянии. Как-то так. Говорю, лампочки, не лампочки. И в итоге в десятку вышло. Так что, если надумаете взять скутер и восстановить, подумайте 100 раз, а надо или нет. Прикреплю фотографию, в каком он был состоянии и в каком он сейчас. А также еще аккумулятор был взят. Там сальнички, не сальнички, тормозуха. Ну, в общем, мы по мелочи, по чуть-чуть, и вышло, говорю, тут десятка сверху. И еще тут работы много с ним. По ходовке вроде все нормально. Ну, надо заниматься. Заднюю покрышку заменить и по пластику проблемы. В общем, в заключение по скутеру. Скутер был продан за 17 тысяч. Ну, больше и не стал, хотелось немного больше, но опять же состояние, пластик весь убитый. И скажу, куплен был за 7, еще туда практически 8, да с какой 8, еще 9 тысяч туда легло, и лучше от этого он не стал. Так что, если думаете покупать, смотрите на состояние и думайте, вкладывать надо будет много. Это так еще хорошо, что вышел, ну, с небольшим плюсом там, 1000, а так в основном затраты не окупаются.